На факультете педагогики и психологии АГУ подобные мероприятия являются традицией. Для студентов проводятся открытые лекции, сессии, семинары, практикумы. Все это часть образовательной программы, которая несет в себе воспитательную и образовательную функции. Студенты, наши выпускники, это будущие педагоги, педагоги-психологи. И они работают непосредственно и с детьми, и с родителями. И им необходимо знать разные аспекты семейного воспитания. В год семьи большинство затронутых тем связано как раз с воспитанием детей и формированием семейных ценностей. Также затрагивается вопрос материнства и подготовки девушек к этой роли. А студентки, которые уже стали мамами, поделились собственным опытом. Сегодня у нас открытый урок как раз-таки по педагогике. Узнаем для себя много новых педагогических фишек, которые будем применять дальше на практике и которые нам обязательно пригодятся. Помимо преподавателей, на таких семинарах выступают и приглашенные специалисты. Поговорить со студентами и поднять важные проблемы пришли психологи и врачи. А сами будущие педагоги и наставники подготовили доклады и презентации по теме их будущей профессии. Марина Хапачева, Ислам Шумахов, «Вести Адыгея».